Ladies and gentlemen, пані та панове, братья и сестры, доброго музыкального вечера, благословенные Божьи люди! Добро пожаловать в Спрингфилд, Миссури! Приветствуем вас на вечере музыки и поэзии «Крылья благодати». Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему. Аминь. Давайте мы встанем. Мы рады, что сегодня можем прославить Господа в одном духе, но разными голосами. В программе вечера много творческих людей штата Миссури, а также гости из Калифорнии, Джорджии, Оклахомы и даже Украины. И открывает нашу программу коллектив церкви «Хлеб жизни». Псалм 46, слова и музыка «Шейн энд Шейн». «Bread of Life Worship Band». И давайте петь с ними вместе. With us.
Кому мы поем песни, друзья? Мы поем песни Господу, мы поем Творцу, Творцу неба и земли. И сегодняшнее мероприятие, оно определенно нестандартное в своей форме. Мы проводим вечер хвалы, вечер песни. Мы проводим вечер, в котором мы прославляем Господа Бога. Это концерт, музыкальный концерт, в котором мы сосредотачиваемся на одной личности. Это наш Бог, это Господь Иисус Христос, который достоин славы и хвалы. И если вы согласны, вы можете сказать аминь. И 150-й псалом говорит: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуками трубными, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпанами и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да славит Господа». И там стоит такое слово «Аллилуйя». Друзья, «Аллилуйя». Мы проводим такой вечер, вечер, в котором мы можем прийти и послушать хорошую христианскую музыку. Есть разные концерты. Я думаю, для вас это не будет определенным каким-то открытием. Люди в этом мире тоже слушают музыку. Люди в этом мире собираются на концерты, платят большие деньги. Там, где выступает какая-то звезда эстрады. Там, где люди какое-то показывают тоже свое творчество. Мы не собираем никаких денег. Мы сделали этот вечер, чтобы мы могли вместе прийти. Тот, кто имеет способность, имеет определенный талант пения, игры на музыкальных инструментах. Тот, кто может красиво это сделать, понимаете, красиво это сделать, и чье сердце может умилиться. Мы слушаем друг друга, но в этом все мы прославляем Господа. Буквально короткая молитва, друзья, в которой мы прославим Бога, просто прославим, потому что именно из-за Него мы делаем этот вечер. Именно для Него будут петься все песни, и именно пусть Ему будет во всем слава, величие и хвала. Аллилуйя! Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы здесь, в нашем регионе Спрингфилд, Миссури, имеем такую возможность сделать такой музыкальный вечер. Господь, может быть, кто-то когда-то хотел такое сделать, кто-то мечтал. Для нас это определенно небольшой регион, Господь, но я благодарен Тебе, что Ты даровал нам такую возможность. И сегодня многие люди с разных мест приехали сюда, на этот вечер, чтобы прославить Тебя, Господь, прославить тем, что они имеют. У нас есть музыкальные инструменты, у нас есть голоса, у нас есть слух. И мы говорим: Господь, да будет это все во славу Твою. Поэтому мы благословляем весь этот вечер, Господь, благословляем имя Твое, и пусть во всем этом величается великий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы можете присесть. Displayed.
Великий наш Господь. Это был дуэт Веры Мартынов и Сары Илюк. Я хочу представить все-таки Лану Рентру, вы все знаете. Она очень долго вынашивала идею этого фестиваля, собрала классную и творческую команду, но самое главное — людей, любящих Бога, любящих музыку и любящих поэзию. И сейчас стихотворение на... написанная христианским поэтом Татьяной Морозой из Вирджинии «Крылья благодати». Я иду по земле. Мир дрожит под моими ногами. Суета окружает вокруг.
силы тают внутри. Мне нужна благодать, что держать в трудный час не устанет и что вовремя крылья надежно подставит свои. Мир запишет в историю времени страшные вести, где-то войны в разгаре гремят, смерчи, горе, беда. Мне нужна благодать, что нести будет, если не смогу ни идти, ни летать, ни мечтать иногда. Благодать Иисуса сильнее, чем страхи и штормы, благодать меня держит, где море безумно шумит. Ее крылья поднимут над бездной и бурей, а волны не разрушат души, даже если смертельно болит. На себя я надеялась в жизни напрасно, что сумею по-детски сама как-нибудь продержусь. Благодать показала тропинку, ведущую к счастью, ту, что тянется в небо, и ввысь я душою стремлюсь. В благодати нужны мне надежные белые крылья, что поднимут меня на высоты от бед в час нужды. Утомляться не будут уже, не устанут в бессилии. Мой Господь дорогой, эти крылья могучие, Ты поднимешь меня сотни раз над кипящей пучиной. Ты мне крылья расправишь разбитые, Ты исцелишь. Благодати Твоей мне довольна, и в каждой причине Ты сияешь, как солнце, и в слове со мной говоришь. Слава Господу! Это было стихотворение Татьяны Мороз, которое она написала специально для нашего вечера музыки и поэзии. Итак, продолжая нашу программу, мы приглашаем господина-брата по имени Джеймс Балабан. Добро пожаловать! Он приехал к нам из Сент-Луиса, Миссури, и он говорит, что его можно найти на Ютубе как James the Bass Man. И он написал о том, что он всегда был в музыке как ребенок, и его сердце всегда хотело хвалить Господа, чтобы он делился своими талантами, которые Бог ему дал. И он не только поет, он играет на очень многих инструментах, а также обещает, что скоро будет много песен на различных языках. Shine on me. Слова и музыка Джеймс Балабан. In the morning and the daytime I see you shining down on me. Chosen to shine your light down on me. What have I done to deserve such a precious gift like you? You're perfect and you're mighty and you're righteous in all that you do. And all I want to do is to be with you and forever to dwell in your word, in your presence. My God, how I adore you. My Lord, how I want to
Это был Джеймс Балабан, Сент-Луис. И сейчас на этой сцене появится коллектив, который объединил две церкви. Или объединил участников из двух церквей. Это церковь Faith Missionary Church и Bread of Life Church. Итак, Любовь Лозовинская, Татьяна Шевченко, Оксана Уварова с песней «Только ты». Слова и музыка Алла Чепикова. Со мной пойти, когда зову тебя.
очень нежная и красивая песня, которая прославляет нашего Господа. И она такая, которая останется проигрываться в вашей сердце и будет, знаете, звучать на повторе в душе. Спасибо. Пастор-миссионер, который прилетел из Украины буквально несколько месяцев с женой и 6 сыновьями, писал песни в молодости, и жизнь, которая была непростая в Украине, она способствовала внутреннему настрою вылить душу в песне. И именно так называется песня, слова и музыка, которые написаны самим исполнителем, «Душа» Олег Телятников. Душа моя, как птица, что в клетку заперта, на волю все стремится, да заперта душа. Ах, если бы в душе моей, как ветер в чистом поле, ах, если бы в душе моей, как соловей на воле, и слезы мои были мне хлебом ежедневно, когда мне говорили, так где твой царь вселенной? Зачем ты унываешь, душа моя, смущаясь, на Бога уповай, ты будешь вечно рада. Заперта душа, ах, если бы в душе моей, как ветер в чистом поле, ах, если петь душе моей, как соловей на воле, и слезы мои были мне хлебом ежедневным, когда мне говорили, так где твой царь вселенной? Зачем ты унываешь, душа моя, смущаясь, на Бога уповая, ты будешь вечно рада. Просто живется на этой земле. Не думала я, что препятствий так много, и жизнь часто будто во мгле. Не думала я, что не все понимают, как сложно и тяжко бывает порой, как жизнь беспощадно тебя подставляет, проблемы жужжат, будто рой. Один миг, ноль забот, и Бог очень близок. В другой очень больно, и шанс очень низок, что все, вот чуть-чуть, и закончится пытка. Оборвется страдание крепкая нитка. Хватайся жадно за воздух и ищешь, что, может быть, сможет дать помощь тебе.
кричу: «О Господи, Ты меня слышишь?» И только лишь эхо звучит в тишине. И в этом болоте все сильнее погружаюсь. Заглушив голос Божий, я в душе закрываюсь. Не слышу я больше Его наставлений, и не сможет ничто удержать от падений. Тяжко падать и тяжко вставать, тяжко петь и тяжко молиться, тяжко думать и не понимать, как долго все это продлится. И в одну из ночей, в исканиях покоя, от каменной тяжбы в душе тихо воя, вновь решаю Господу задать вопрос, почему мои планы Он поставил под снос? Почему живет лучше тот, кто не прав? Почему не могу побороть я гордыню? Почему все проблемы Ему рассказав, одолеть не могу я эту пустыню? Он, выслушав, нежно к плечу моему прикоснулся. Я, вздохнув, смотря в пустоту, почувствовав, будто он мне улыбнулся. Отбросил я, наконец, тяготу, и, трескаясь, лед колыхнулся. Не нужно мне слов, мне все стало понятным, что вина лишь только моя, и, ища справедливость, могу чистого запросто сделать виновным, но к виноватым проявить нерадивость. Он ждал, не спешил указывать мне на ошибки, он был всегда рядом, это я отошла. Он очень хотел, чтобы мы стали с ним близки, и эту тропинку рядом с ним я прошла. Растопился мой лед, в тишине тихо плача прошу: «О Господь, прости и помилуй меня!» Не замечала, как была я незряча. Он с любовью ответил: «Я прощаю тебя. Пойми, что все, что я допускаю, послужит тебе. И то, что сейчас тебе я ломаю, облегчит далекий твой путь на земле». И теперь вместо льда, сломавшим мне дверцу, потечет тот живительный сил ручей. Дух Святой осветил мое сердце, и я стала намного сильнее. Аминь, слава Богу. Да, наш Господь есть тот, кто укрепляет нас в самые трудные минуты нашей жизни. Это была Любовь Кришталь со своим авторским стихотворением и аккомпанемент также ее. И сейчас на нашей сцене появится человек, который всего почти 4 месяца назад переехал сюда из Санкт-Петербурга. Итак, мы вам хотим представить солист, музыкант, аранжировщик и исполнитель из Санкт-Петербурга Федор Козицкий. С самого раннего детства он поет в церкви. И хотя он музыкант-самоучка, но еще подростком научился играть на гитаре и на фортепиано. Был в составе христианской молодежной группы «Эсхол», где и встретил свою вторую половинку. Немного позже он был в составе мужской группы «Сион» в городе Санкт-Петербурге. Долгое время также был в группе прославления в церкви и написал «Я люблю Бога и свою семью». Итак, Федор Козицкий с песней «Душа искала чистоты». Слова Наталья Лупан, музыка Аурел Лупан. Душа искала чистоты, душа искала, но благодати и любви
она не знала. Душа томилась во грехах, и то и дело горело сердце от тоски, душа болела. Как хорошо белым птицам там в небесах кружится, крыльями белыми, белыми мерить их высоту. Нет ничего нечистого там, где любовь и истина, только одни блаженные души поют Христу. Душа смотрела в небеса и тосковала, и лишь на милость неземную уповала, и понимала только там покоя сладость, там долгожданной чистоты святая радость. Как хорошо белым птицам там в небесах кружится, крыльями белыми, белыми мерить их высоту. Нет ничего нечистого там, где любовь и истина, только одни блаженные души поют Христу. День пришел, открылись ей Христа объятья, и, утешаясь неземною благодатью, душа в слезах Христу все сердце изливала. Душа блаженная нашла, кого искала. Как хорошо белым птицам там в небесах кружится, крыльями белыми, белыми мерить их высоту. Нет ничего нечистого там, где любовь и истина, только одни блаженные души поют Христу. Как хорошо белым птицам там в небесах кружится, крыльями белыми, белыми мерить их высоту. Нет ничего нечистого там, где любовь и истина, только одни блаженные души поют Христу. Только одни блаженные души поют Христу. Только одни блаженные души поют Христу. Слава Богу. Дорогие, я сейчас хочу вам представить самого младшего участника нашей программы по имени Эвелина Скальна. Сегодня, буквально с нескольких часов до начала этого концерта, я проходил в вестибюле и слышу, поет такой чистенький, хороший, сердечный голосок. Говорю: Лана, а кто это? Говорит: это Эвелина. Однажды пастор всей Америки, доктор Билли Грейм, когда был живой, сказал: постоянно радостное настроение, Эвелина,
это отражение характера истинного христианина и вполне подходящая одежда для певцов Божьих. Что бы ни случилось в жизни, Эвелина, пой! Да, драгоценная, пусть то, что ты есть в моем сердце, оно продолжается. И песня «Давай залишимось небесными». Слова и музыка Лизы Кравчук в исполнении Эвелины Скальной «River of Life Church». Давай залишимось небесними, коли подує вітер перемін, коли забудуть люди, хто вони для чого створені, коли відчуємо, що близько він. Давай залишимось небесними, повиріваємо коріння і землі, і навіть те, що вже на глибині, повиріваємо, бо небесні ми, небесні ми. Пам'ятай, що не спіці, пам'ятай про свою вірність, земля це ненадовго, тікає вічність. Так просто ми не звідси, ми обіцяли Богу вірність. Земля це ненадовго, вона ж тікає вічність. Коли подує вітер перемін, народ постане на народці дні, і люди будуть серці чемствами. Давай залишимо хоча б ми, як відійдуть ті, хто вірили. Давай залишимось останніх сил, коли змішають грішне і святе, як стане важко берегти своє і нести правду між нечесними. Давай залишимось небесними, небесними. Пам'ятай, що не звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, вона ж тікає вічність. Так просто ми не звідси, тікає вічність. Коли подує вітер перемін, народ постане на народці дні, і люди будуть серці чемствами. Давай залишимось небесними, коли кричатимуть за всіх сторін. Забув про вас, Господь, не вірте їм, будуть роки і зимі з веснами. Давай залишимось. Бачите ви, що почне збуватися, те, що обіцяв, люди будуть боятися, сили небесні порушать.
тішаться, тоді знайти близько ваше визволення, коли побачите те, то не лякайтеся ви, підійміть свої голови, ваш цар іде великими перстами, забрати тих, хто лишився. Эвелина, без прослушивания принимаю свой класс вокального искусства. Что бы в жизни ни случилось, пой. Будешь в жизни плакать, пой. Будешь радоваться, пой. И я сегодня хочу, пользуясь моментом, тебе вручить первый приз для сладкой жизни за прекрасное исполнение. Пожалуйста, друзья. Спасибо. Благодарим. Следующий наш исполнитель приехал из Тульсы, Талса, Оклахома. И он когда-то дал обещание Богу, что вся его музыка будет посвящена только Господу. Пока говорит, что держит свое слово. И было дело. Принес дневник из школы. Там в графе по математике стояла запись «Поет». Два. Когда отец увидел это, то рассмеялся и спросил: «Ты что, так плохо пел, что двойку получил?» Виктор Лобода и Контекст Бенд, они все родные по крови. Виктору аккомпанируют его дети и племянники. И две песни «Хочу дышать тобой» и «Спасибо, Бог», слова Любовь Бердышева, музыка нашего гостя Виктора Лободы. Видишь изнутри, я б не
не хотел остаться бесполезным. Из меня сосуд себе твори, чтоб был я для тебя благопотребным. Хочу дышать тобой, тобою жить. Хочу, чтоб ты во мне отображался. Надеяться и верить, и любить. И чтоб тобой одним я наполнялся. И чтоб тобой одним я наполнялся. Хочу дышать тобой, тобою жить. Хочу, чтоб ты во мне отображался. Надеяться и верить, и любить. И чтоб тобой одним я наполнялся. Хочу дышать тобой, тобою жить. Хочу, чтоб ты во мне отображался. Следующая песня будет о благодарности. Знаете, один из 9 из 10 прокаженных, бывших прокаженных, пришел к Иисусу и начал благодарить его за то, что исцелен. И Иисус задал вопрос. Иисус, вернее, так ему сказал, что вера твоя спасла тебя. Знаете, вера и благодарность, они неразрывны между собой. Давайте побольше благодарить Бога. И следующая песня называется «Спасибо, Бог, за ночь и день». Спасибо, Бог, за ночи день, за солнце, зной и прохладный день, за все тебя благодарю я. За то, что ты всегда со мной, меня хранишь своей рукой. Хочу воспеть тебе я, аллилуйя. За все тебя благодарю, за утро раннюю зарю, за то, что на земле еще живу я. О, за пищу на столе и кров, и за огромную любовь тебе пою от сердца, аллилуйя. За крест тебя благодарю, что мне простил вину мою, и что хранишь меня, благодарю я. Да используй жизнь свою прожить, учиться верить и любить, и петь тебе от сердца, аллилуйя. За все тебя
пою от сердца. Аллилуйя. Благодарим. Контекст Бенд из Тульсы, Оклахомы. Следующая наша участница родилась в музыкальной семье и с 5 лет славит Бога. Она пела в музыкальных группах, в хоре, руководила детским хором, а также выпустила музыкальный альбом, чтобы помочь детям на миссии в Украине. Елена Омарчук – живое чудо. В ноябре 2023 у нее была операция по удалению черепитки, и она думала, что не сможет петь, но Господь во время прославления в церкви исцелил ее голос окончательно. И теперь она поет для славы Господа. Итак, слава Господу! Давайте делиться его чудесами. Елена Марчук, «Птицы в клетке». Слова и музыка, Алексей Ледяев. Беспечно птица гордая, и стремятся в бесконечность крылья твердые, и ветра над ней не властны, ей доступны все соблазны, и доступна ей любая высота. Но чему дано случиться, то произошло. Злобный ветер искушенья обломил крыло, и падение неизбежно, и расплатой за беспечность станет ей железной клетки долгий плен. Птицы в клетке, крылья сложены, зла, разврата и обмана. Вы заложники в суете, в капкан сомнений вас подстерега, плод запретных искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо синим, солнцу там тепло, да взлететь не позволяет мертвое крыло. Людям всем даны с рождения крылья дивные, чтоб на них лететь к спасенью, быть счастливыми. Но когда в греховной грязи крылья чудные увязли, ни подняться, ни взлететь под облака, выбор важный должен сделать каждый для себя. Или воля вере, или жить в грехе скорбя, или давиться в клетке тесной, или воля в поднебесе, или праведным, или греховным быть. Птицы в клетке, крылья сложены, зла, разврата и обмана, вы заложники. В суете, в капкан сомнений вас подстерегал плод запретных искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо синим, к солнцу там тепло, да взлететь не позволяет мертвое крыло. Птицы в небе, слышен крыльев свист, вы
стремитесь к вечной жизни, вы стремитесь ввысь. А когда ветра соблазнов вас сломать начнут, пусть Господь благословит вас и ваш трудный путь. Вы полет свой продолжайте, буря все на зло. Да поможет вам в полете верное крыло. Много лет тому назад блаженный Августин сказал следующее: «Пойте псалмы, ибо они призывают в наше сердце ангелов и изгоняют бесов». Весь мир знает, поет чудесный гимн, который поет на всех языках мира, во всех странах. «Amazing Grace, how sweet the sound» или «О благодать, спасен тобой». Это классический христианский гимн, написанный Джоном Ньютоном. И вы сейчас услышите авторскую версию этой песни «Игнатовец Бэнд». И после этого они еще споют свою авторскую песню о небесах. «Игнатовец Бэнд» — «Faith Missionary Church». That I know of, it's a place where everybody's loved. There's no more pain and no more sorrows too. We'll see. Thank you.
We first
Вау, 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 вау. Слава Богу! Давайте скажем все, слава Богу. Вы знаете, друзья, я вот вас слушал там за кулисами. Думаю, так, здесь еще, знаете, нужно им добавить контрабейс и такой легкий ударник, знаете. Замечательно, вы просто вошли. Вы забыли, где вы находитесь, между небом и землей. Ангелы летают, крылышками машут и радуются, слава Богу. Пойте псалмы всегда и играйте. Гитара, вокал, саксофон. 100 баллов. Молодцы, слава Богу. Две тысячи лет тому назад апостол Петр говорит: «Господи, хорошо нам, классно здесь быть». Да? Помните такую историю? «Давайте построим три кущи. Один кому? Тебе. Один кому? Моисею. Один Илии». Хорошо нам здесь быть, друзья. Поэтому, когда закончится первое отделение, вас там в вестибюле ожидает очень много разных сюрпризов. И спонсоры приготовили разные секреты. Пожалуйста, Лана, открой загадку. На самом деле, я вам уже рассказала об этом. Но я бы хотела искренне от всего сердца, от всей команды оргкомитета «Вечера музыки и поэзии Крылья Благодати» поблагодарить церковь «Хлеб жизни» за то, что она здесь принимает. И также мы бы хотели рассказать вам о тех бизнесах местных, локальных, которые, благодаря поддержке которых мы можем это провести. Мы предлагаем каждому христианину в своем дворе или возле своего бизнеса поставить специальный знак, просто yard sign, да, рекламную табличку, которая будет рекламировать не кого-то из политиков, а нашего Господа Иисуса Христа. И вы можете таким образом, возможно, человеку, который сделает доставку к вашему дому, либо кому-то, кто будет мимо проезжать, вы можете рассказать о Боге, даже не открывая уста. Просто он увидит эту надпись и задумается, и будет благословен. Ну и, конечно же, не забудьте, что вы можете получить фирменную футболку там, на улице, как раз подышать немножко воздухом и заказать себе, а к концу мероприятия сможете ее забрать. Благослови вас Господь. Встречаемся через 20 минут. И мы открываем вторую часть музыкально-поэтического вечера «Крылья благодати». И я хочу представить человека, которого вы уже сегодня не один раз видели на этой сцене, но мы о нем ничего не рассказали. Вчера он прилетел сюда, и вместо двух самолетов он летел четырьмя. Но слава Богу, что он долетел. Пастор-евангелист The Good Call Ministries, муж одной жены, отец двоих дочерей и дедушка Петерис Кравчук. Лауреат международного вокального конкурса прибалтийских стран. Петерис оставил карьеру в Латвийской национальной опере «Рига», потому что Господь позвал его служить музыкальным директором в ассоциацию Билли Грэма. Он был солистом фестивалей «Надежды» с Франклином и Билли Грэмом в Москве, Киеве, Кишиневе, Риге. Итак, Петерис Кравчук из Санта-Барбары, Калифорния, с песней, которую вы тоже знаете, не скажу. Все, не говорю. Скажу только музыки Фрэнсис Кросби. Одна из старых песен, которой уже 150 лет, написала ее Фанни Кросби. Фанни Кросби написала 8000 песен и гаспелов. Пусть эта песня сегодня порадует вас и небо. Thank you.
петь с торжеством. Об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Твердо я верю, милюбый спас, ним я радію, бо він мене спас. Хоче він дать, як же приємно їм пробувать. Спасу щоденно моя хвала, о, його ласка мене спасла. Вічна я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Blessed assurance Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Of salvation, purchase of God, door of His Spirit, washed in His blood. Вечная буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. My song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Я вас вітаю на цей вечір спів. Ви знаєте, для Бога спів є дуже важливий. Це і поклоніння, це прославлення Його святе ім'я, це духовна пісня, яка говорить людям про Христа. 54 плюс років ми виконували це служіння співу. І тепер ми благословляємо слідуюче покоління, щоб ви взяли вогонь Святого Духа і співали горливо, запаленими вогнем Божим. Співайте для Бога пісню нову, класики, старші пісні. І ті, що Бог дає вам писати, нехай Бог рясно благословить. В октябрі сповняється 5 лет, як в славном городі Києві проходил большое мероприятие 500 лет реформации и празднование День подяки. И самым главным спикером на этом мероприятии был мой друг, и ваш, я верю, брат наш в Господе, Ник Вуйчич. На этом мероприятии было более 500 тысяч, более полмиллиона людей.
Хотя украинская медиа об этом умалчивала, но это мероприятие было самое большое и самое масштабное в Европе. И одним из организаторов, где я познакомился, интересный человек с сокращенным именем Лана Рен. Она была и организатор, она была и мотиватор, она была и корреспондент. И я ее как знаю, как спикера на многих конференциях, но оказывается, она еще и поет. И когда она мне рассказала историю, говорит, как она попала в музыку, говорит, ее папа учил на гитаре песенку. В траве сидел кузнечик. И в итоге она ни кузнечика не спела, ни на гитаре не играет, да? Но сегодня Лана хочет послужить и спеть. Лана, добро пожаловать! Благословение тебе. Пой во что бы то ни стало. Пой. Спасибо большое. На самом деле моя песня — это вдохновение для всех вас, кто, возможно, делает первые шаги в творчестве, возможно, уже профессионал. Но иногда так нужно вдохновение даже людям, которые постоянно служат. Итак, если душа сложила крылья, или песня «Пой», автор слова музыки Екатерина Лихачева. Если душа сложила крылья, нет больше сил взлетать над пылью, реки уносят по течению. Как ей вернуть полет стремление? Вместо огня на сердце пепел, мысли добра развеял ветер. В доме души смертельно грустно. Ты ободрись, прослави Иисуса, пой, хоть льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой. Хвала подымет крылья у души, пой, Бог выше горя, пой. Пройдут, они не вечны, снова подует ветер встречный, птица душа спорхнет повыше, пой, не стыдись, пусть каждый слышит, хор в небесах поет хваленье, но где же ты, твое где пенье, он никогда не умолкает. Только тебя там не хватает. Пой, хоть льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой. Хвала подымет крылья у души, пой, Бог выше гор. Льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой, хвала подымет крылья у души, пой, он выше горя, пой, Господь с тобою, пой, к его ногам упасть ты. Пой, хоть льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой, хвала подымет крылья у твоей души.
Давайте петь нашего Господу. И пусть хвала поднимает крылья нашей души. Особенно в моменты, когда нам тяжело. Так, следующий участник нашей программы. Юрий Балабан. Приглашаем вас для участия. Пусть Господь будет прославлен и в вашей жизни, и в музыке. Пожалуйста. В океане людском плыву, враг порою грозит бедою, только в Боге покой найду, как за каменною стеною. Если в жизни моей ураган, не теряю свою надежду, доверяюсь я маяку, Иисус меня поддержит. Спасательный круг, верный, надежный мой друг, дашь силы в неравном бою, я доплыву. Ты мой спасательный круг, верный, надежный мой друг, дашь силы в неравном бою, я доплыву. За тебя я держусь руками, к цели мы доплывем с тобой, и ничто не случится с нами. Даже если девятый вал под ногами моими опора, я не рожден на провал, твое знамя надо мною. Спасательный круг, верный, надежный мой друг, дашь силы в неравном бою, я доплыву. Ты мой спасательный круг, верный, надежный мой друг, дашь силы в неравном бою, я доплыву. Еще следующую песню я хочу спеть «Ты мой свет лучезарный».
Ты мой свет лучезарный, ты моя звезда, та, что светит годами, и не гаснет она. Нежный свет разливаешь над миром горя, ты мне радость подаришь, рассеется тьма. Рассвет приходит в жизнь мою, и я счастлив, что лишь тобой живу. Каждый день рассвет приходит в жизнь мою, и я счастлив, что лишь тобой живу. Даже если на вечер водворяется плач, а на утро радость, исцеление в лучах, свет в окошко стучится, значит, милость пришла, а мне что-то не спится, я встречаю тебя. Каждый день рассвет приходит в жизнь мою, и я счастлив, что лишь тобой живу. Каждый день рассвет приходит в жизнь мою, и я счастлив, что лишь тобой живу. Господу, это были Юрий и Джеймс Балабан, отец и сын. Как хорошо, когда наши дети, да, вместе с нами служат Господу. И спасибо вам, они приехали из Сент-Луиса, Миссури, специально, чтобы принять участие в нашем вечере музыки и поэзии «Крылья благодати». И следующая наша участница, вы ее многие тоже хорошо знаете. И она была солисткой церковной группы в городе Ровно, Украина, а также, кто знает группу «Белые крылья», в начале 90-х она там тоже пела. Участвовала в миссионерских поездках от Сибири до Германии. После замужества выпустила 5 музыкальных альбомов и около 10 авторских синглов. Служит пением и обучает вокалу студентов по месту и онлайн. Я хочу позвать на эту сцену певицу-композитора Людмилу Вознярскую с 2 песнями. Первая из них — «Дякую». Ее написал белорус Вадим Колоцей, который много лет уже живет в Киеве и написал на украинском языке. И вторую песню написала слова Мария Зверит совместно в творческом таком дуэте с Людмилой Вознярской и музыка Людмилы Вознярской.
чуєш стуки мого серця. І кожна мить, як на долоні, в тебе відбиток слів твоїх не стерти. З душі моєї, яка торкнулась неба, дякую, Боже, тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинулась ранку, за Божений подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Дякую вам, дорогі друзі. І наступна пісня, яку я хочу заспівати, це моя молитва за Україну. Пісня «Соняхи».
сонях і жовті на синьому небі. Воля простори – це все, що нам треба. Очі усміхнені, лагідні руки рідних батьків і синів і онуків. Мирні ранки і чисті світанки, маки, волошки цвіли, щоб за ганком. Свято у колі рідних і друзів, пісні і сміх у щасливому крузі. Боже всемогутній, праведний і вірний, чуй мої благання, нас благослови, дай щасливу долю рідній Україні. Слово обійми мами, Боже всемогутній, праведний і вірний, чуй мої благання, нас благослови, дай щасливу долю рідній Україні. Землю нашу, Боже, ти благослови. Боже, всемогутній, праведний і вірний, чуй мої благання, нас благослови, дай щасливу долю рідній Україні. Очень трогательно и хорошо, когда мы можем слушать и молиться. И сейчас следующая песня, которая тоже песня-молитва. И впервые именно в таком составе. Алексей и Люк и Вера Мартынов будут петь «The Prayer». Слова и музыка Дэвид Фостер. Que tu I pray you'll find your
nel cuore resterà. Ricordarci che l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be open. Quanta fede c'è lì. Già lo sfilo a te. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza. Un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno sia mano su vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che tu dai, yes, the life become, il desio eterno che destro sei. Let this be a prayer. Let this be a prayer. Just like every child. Oh, just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. È la fede che hai accesso in noi. Sento che ci salve. Это были Алексей Люк и Вера Мартынов, церковь «Хлеб жизни» с Плинтон, Миссури. И я хочу сказать, что это чудо, потому что Алексей тоже перенес операцию на голосе. Правда, его голос вернулся, аллилуйя! Мы рады, что он снова с нами и снова будет продолжать славить Господа. Итак, следующий участник нашей программы, не просто участник. Сергей, иди сюда. Мы его не планировали, но он приехал. Да, я тебя поприветствую. Шалом, дорогой, шалом. Пастор, капеллан, служитель, композитор, исполнитель, певец, муж, дедушка? Конечно, дедушка. Вот, два дедушки, да, и два еврея, да? Значит, и бабушка, ты знаешь, что я люблю твои песни. Спасибо. Очень люблю. Спасибо. Друзья, у Сергея Демидовича очень классные песни, очень содержательные, там есть богословие, там нету, знаете, поверхности, да, и хорошее, я, знаешь, пою старый крест, люди в зале плачут, и я тоже плачу. Слушай, пиши хорошие песни, всегда пишу, дальше. Пишу, продолжаю. Да. И никогда не сдавайся, Сережа, никогда не сдавайся, никогда. Напишу такую песню, никогда не сдавайся. Аминь. И скажу, натхненный тобой вот. Правда напишу, обещаю. Когда моей доченьке было 4 годика, мы жили в Чикаго, едем с церкви после Sunday School, она говорит, меня тогда обняла за шею сзади, говорит, папочка, не смотри на людей, соблазнишься, смотри на Христа, ободришься. Пой! Сережа, слава Богу. Автор и композитор, капеллан,
пастор, автор почти 300 песен, которые вы можете слушать на всех площадках. Обязательно найдите Демидович и подпишитесь. Автор известных для нас песен не только «Старый крест», а также «И если не станет», «Овец в загоне», «Город мой на вершине горы стоит» и другие. А также песня, которую он исполнит сегодня. Подпевайте, вы ее 100% знаете. «Я один из тех, кого ты заметил». Сергей Демидович. Спасибо. Слава Иисусу! Вы похлопайте, друзья, вы познайте славу Богу. Мне не нравится сильная тишина. Давайте сейчас даже пойте со мной. Особенно горячее могу даже пританцовывать. Я не против. Пожалуйста. Есть у Господа книга, куда Он записывает наши имена. Те, кто Его выбрал, те, кто согласился идти за Ним. И я так счастлив, что я один из тех. Если ты такой же, если ты любишь Его, то пой вместе со мной. Я один из тех, кого ты заметил. Я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом твоим солнечным светом греет душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги тебе веду. Иисус, я один из много, я один из много, я один из них. Я один из тех, чьи грехи забыты. Я один из тех, кого ты прости. Я один из тех, кто был на Голгофе, видел гроб твой пустым. Иисус, ты воскрес! Иисус, я один из многих, чьи пути дороги тебе веду. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из них. Нам бывает тяжело, нам иногда кажется, что все плохо. Но, друзья мои, тот, кто написал имя наше на своих дланях, он же не шутит, он не так, что туда-сюда. Если он уже написал, то он никогда нас не оставит. Он обязательно придет за нами. Он возьмет нас себе, и мы запоем эту песню там, в небесах. Я один из тех, кто поет тебе песни. Я один из тех, кто любит тебя. Я один из тех, с тобой будет вместе в Царстве Небесном во веки веков. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги тебе веду. Аллилуйя! Нас там будет много, я один из них.
веду. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много, я один из них, я один из них, я один из них. Дякую. Спасибо. И вы знаете, мы рады, что он приехал. Очень рады. Мы просто неожиданно были обрадованы, что он с нами, и вы тоже, правда? Вот. Вы можете продолжать слушать его песни. Вы знаете, где найти, интернет большой. И вы знаете, я узнала сегодня очень интересный факт о Петерисе Кравчуке, который меня обрадовал. И сейчас музыкальную эстафету перенимает снова Петерис Кравчук с песней, которая заставит вас чуть-чуть улыбнуться, а может даже не говори, и обрадоваться. Не говори, да? Нет. Окей, ладно, не буду. Но Петерис еврей. Ужас. Я не знала, правда, за 5 лет знакомства. Его мама еврейка, а папа украинец. И, конечно же, мы хотим просить мира Иерусалиму, правда? Библия говорит, просите мира Иерусалиму. И сегодня какой день? Заканчивается Шаббат. После 6 вечера уже можете и кушать, и можете все остальное. Но самое главное, никогда пророк Исаия, знаете, что говорит? Утешайте народ мой. Храни Бог, не добивайте. Утешайте. Шаббат. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Ам Исраил, ам Исраил, ам Исраил хай. 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 О Давину хай, о Давину хай. О Давину, о Давину, о Давину хай. О Давину хай, о Давину хай. О Давину, о Давину, о Давину хай. Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом алехем, Эвеню шалом, шалом, шалом алехем, Эвеню шалом. Alechem, Eveinu Shalom, Alechem, Eveinu Shalom, Alechem, Eveinu Shalom, 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 Alechem. Мы вам желаем мира, мы вам желаем любовь, мы вам желаем счастья. Мы вам желаем любовь, мира во Христе. Желаем мира. Мы вам желаем любовь, мы вам желаем счастья. Мы вам желаем любовь, мира во Христе. Аминь.
этой сцене сейчас появятся люди, которых мы специально пригласили, и они поменяли свои планы, только чтобы поучаствовать в нашем вечере музыки и поэзии «Крылья благодати». Лет 15 назад, на мой день рождения, я тогда жила еще в Виннице, мне друзья подарили в Киеве диск, который назывался «Кто, как не ты». Когда я приехала домой и начала его слушать, я заслушала его до дыр. Просто мне настолько нравились эти песни, я пела их и думала, может, и я когда-то встречу этих людей, которые это поют. И вот сегодня этот день настал, мы познакомились. И хочу сказать, что у них не только альбом «Кто, как не ты», это один из старых альбомов, но у них есть 6 альбомов, которые вы можете слушать тоже на разных площадках. Погуглите, Google вам в помощь, да, как говорят. И также у них есть новый диск с их авторскими песнями, который можно будет приобрести завтра после второго потока, то есть в 12 часов дня здесь в церкви «Хлеб жизни». А остальные диски, кроме нового, сегодня вы можете приобрести, так что не забудьте поискать их там в лобби. Итак, Василий и Анна Чеховские, Imprint Band. Вау, спасибо, друзья. Очень приятно быть сегодня в Мизури. Как ваше настроение, друзья? Столько талантливых людей сегодня пело здесь. Вау, мы просто вдохновлены очень сильно. Это моя супруга Анечка. Мы сегодня маленьким составом нашим, но мы очень рады быть среди вас. Вы не хотите вместе с нами спеть следующую песню? Давайте все вместе поднимемся. Давайте поклонимся тому, кто достоин всей славы. Наш Господь, мы прославляем Тебя сегодня. Славим Тебя за это прекрасное время среди Твоих святых, Господь. Благодарим Тебя, благословляем Твое имя святое. Ты достоин хвалы, Господь. Наполни сегодня этот храм своим присутствием больше и больше, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, двигайся сегодня здесь. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Святое имя Твое, Господь. Святой, Святой, Святой,
перед тобой я склоняюсь, поклоняюсь, преклоняюсь. Спаситель мой, я склоняюсь, я склоняюсь. Преклоняюсь перед, перед, а я склоняюсь. Я склоняюсь. Спаситель мой, я склоняюсь, поклоняюсь. Тебя, Иисус, за то, что Ты посетил нас сегодня, за то, что Твоя милость так велика, что Ты среди нас, что Ты сегодня любишь, Господь, что Ты прощаешь, что Ты сегодня заботишься о каждом, Иисус, кто здесь. И мы так ценим, Боже, Твоим присутствием и Твоей безусловной любовью. Спасибо Тебе, Святой, во имя Иисуса. Амин. Давайте прославим Бога. Господь достоин славы, друзья. Присаживайтесь. Какой замечательный и какой нужный вечер. Мы очень благословенны тем, что мы сейчас можем находиться здесь. Мы очень благословенны видеть много знакомых и родных лиц. Мы очень благословенны тем, что мы можем познакомиться и обрести новых друзей. Мы люди, и мы что-то проходим, что-то переживаем. Мы чувствуем что-то. И мы не можем это не выражать. Кто-то поет, кто-то пишет стихи. Кто-то плачет, кто-то смеется. Кто-то просто эмоционально что-то рассказывает. У кого-то это выплескивается в живописи. И этот процесс называется творением. Благословенны мы, когда можем творить во славу Иисуса, рассказывать всему миру и людям о том, как велик наш Господь. Следующую песню, которую мы хотим исполнить, это история незабываемой и неповторимой встречи. Это история, которая когда-то случилась лично в моей жизни. Это встреча со Спасителем Иисусом Христом. Сегодня в первый раз мы встретились с тобой. Случайно, словно разных
такой знакомый. Твой голос слышала, Иисус, так часто в снах. И вот теперь стоишь ты предо мною. Любовь ко мне увидела в глазах твоих. И в целом мире только мы с тобою. Если бы не ты, не твои слова, не видела б я свет и не жила б тогда. Ты меня искал, ты любил меня, и твоя любовь, она спасла меня. Ты говорил ко мне, а я лишь помню то, что жизнь моя тогда была без смысла. Но ты в нее пришел, и ты меня нашел. И эта встреча не случайно вышла. Если бы не ты, не твои слова, не видела б я свет и не жила б тогда. Ты меня искал, ты любил меня, и твоя любовь, она спасла меня. Если бы не ты, не твои слова, не видела б я свет и не жила. Любовь спасла нас. А мы будем петь, а мы будем творить во славу Его. И я знаю, что не всегда бывает легко, правда? И не всегда бывает, возможно, даже вдохновение или правильные слова, или правильная мелодия. Но я знаю то, что велико свидетельство за любым творчеством, велико свидетельство за каждой песней, велико свидетельство за каждым стихом, за каждой поэзией, потому что все дышащее дославит Господа. Это написано в Святом Писании, поэтому мы будем жить и стоять твердо на слове этом. Співаємо наступну пісню українською мовою. Тут є українці? Let's go! Шадай, з нами Бог, неймовірне почуття я прагну знов і знов віддати славу і хвалу вічному єдиному премудрому царю Елохім.
площадка сущей сильной, жить отдавший нам. Ты початок и кинец, воскресенье, хлеб життя, спаситель Бог, Отец. Нескінченна Божа благодать, нескінченна милість є Твоя, безумовна, світла і чиста є любов Твоя. Нескінченна Божа благодать, нескінченна милість є Твоя, безумовна, світла і чиста є любов Твоя, любов Отця. Ти є мій Спаситель, ти є мій Отець, щоденно бачу Твою руку, Твій Голгофський хрест. Одне хрещення і віра, одна надія і любов навічно нас з'єднала, свята пролита кров. Всі разом! Ти є мій Спаситель, ти є мій Отець, щоденно бачу Твою руку, Твій Голгофський хрест. Одне хрещення і віра, одна надія і любов навічно нас з'єднала, свята пролита кров. Нескінченна Божа благодать, нескінченна милість є Твоя, безумовна, світла і чиста є любов Твоя, любов Отця. Нескінченна Божа благодать, милість є Твоя, безумовна, світла і чиста є любов Твоя, любов Отця. Супер, Україна, Білорусі, Росія, всі ми Божі діти і співуча нація. Амен. Алілуя. Амен. Дуже багато знайомих облич. Ми десь з тобою бачились. Сфоткаємось потім. Друзі, прийміть вітання від жаркої Атланти. А ми служимо в церкві «Жива вода» в місті Атланта. А вся наша велика команда передавала вам вітання. І будете в гостях, заїжджайте в Атланті в церкву «Жива вода». Співаємо ще одну пісню. «Не рань любов». Let's go. Словно лепестки, слова твої увяли і упали, не имея больше сил. Разве мы друг другу все уже сказали? Разве про любовь ты позабыл? Любовь ты позабыл, не рань любовь.
носить. Храни любовь свою, она от Бога знак. Твоя любовь благослови. Спасибо, спасибо большое. Это был Imprint Band, Василий Яна Чайковский, Атланта, Джорджия. И мы очень-очень рады, ребята. Если вы хотите их чуть-чуть больше завтра услышать, они будут в 10:30 в церкви «Хлеб жизни» вести первый воршип, да, прославление. Поэтому приходите еще, если вы не уезжаете сегодня. И я хочу сейчас позвать на эту сцену всех участников нашего вечера. Пожалуйста, все, кто пел, читал стихи, играл, выходите на эту сцену оперативно. И пока вы будете выходить, я хочу еще раз искренне поблагодарить за то, что церковь «Хлеб жизни», Bread of Life, Slavic Church здесь, она принимает этот ивент и помогает во всем. Спасибо пастору, спасибо всем. Мы впервые в таком составе будем петь только горяченькую, с пылу с жару песню. Гала-песню. И я хочу попросить вас, не могли бы вы встать и поддержать нас? Мы выведем текст на экран, чтобы вы могли петь вместе с нами, хотя бы в припеве. Она простая, и ее написали специально для этого мероприятия вечера музыки и поэзии «Крылья благодати». Автор слов — Лариса Казанюк, автор музыки — Людмила Вознярска. Восхищаюсь присутствием Божьим, мне благодать, мир и силу дает. То, что казалось вчера невозможным, верой наполнило сердце мое. Я наседаю словами Писания, истинный свет просвещает мне путь. Милость Христа вновь влечет к покаянию и открывает небес красоту. Благодати крылья, вечности приют. Благодати крылья, небо унесут. Лишь его объятия, музыка любви. Крылья благодати.
Кровью свыше мой дух озарен, кровью Христа от греха я очищен, Духом Святым я навеки крещен. Поклоняюсь божественной силе, сердце смиряю под волю Его. Я уповаю на правду и милость и на святую Христову любовь. Благодать и крылья вечности приют. Благодать и крылья небо унесут. Лишь его благодати. И мы попросим никого не уходить с этой сцены, потому что сейчас я хочу пригласить старшего пастора церкви «Хлеб жизни» Николая Илюка, для того, чтобы он пригласил еще кого-то. Конечно. Исполнители и слушатели, давайте все скажем «Слава Богу!» Слава Богу! Вся слава принадлежит Богу! Аминь. Он дал таланты! Аминь. Вам спасибо! За то, что вы приняли эти таланты, за то, что родители сумели открыть эти таланты, и поэтому вам спасибо. Богу слава, а вам спасибо. Вы знаете, Бог есть композитор нашей жизни. Он пишет партитуру нашей жизни. Иногда мы движемся высоко, на фаворы заходим, как есть песня. Иногда там так легко. Но вот когда мы идем в долину, трудно, больно. Но еще есть такое в музыке понятие, как паузы. Иногда нам эти паузы непонятны. Иногда мы молимся, а небо молчит. Но тот, кто написал эту песню твоей жизни, он считает, потому что есть паузы большие, и он считает. Паузы – это тоже музыка, дорогие. Поэтому Бог считает. Раз, два, три. А тебе так больно. Но придет время, когда пауза кончится, и будет песня, и вся слава будет Богу. Песня в жизни христиан играла огромную роль. С песней люди поднимались и шли проповедовать Евангелие. Когда в Союзе началась евангелизация, первая это была песня, она открывала душу. А потом евангелист забрасывал Слово Божие. Братья и сестры, песня – это наша сила. Есть такая песня: «Без песни я жить не могу, вона мені крила дає». Поэтому, дорогие, все достойны Он славы. Здесь никому из нас. Спасибо всем организаторам. Спасибо, очень классно было, приятно. Не так было хорошо. Но слава только Богу.
Я хочу приглашать сюда, братья, служители, все, кто есть в зале, служители. Пожалуйста, пройдите сюда. Мы помолимся, благословим, чтобы эти таланты, они развивались еще. Вы имеете талант, научите кого-то еще. Служите в ваших церквях талантами, которые дал вам Бог. Он достоин. Это привилегия петь Ему, дорогие мои. Это честь воспевать Ему песню. Поэтому Бог достойный славы. Давайте мы благословим. Я попрошу Петро Дудник, пройди, ты что-то там спрятался. И я хочу, чтобы ты благословил эту нас как Господь. Давайте мы благословим. Отец, мы благословляем Твое имя святое. И мы Твоим именем благословляем левитов. Пусть во всем всегда будет большая слава Тебе, Боже. И пусть играющие, поющие, весь народ будет как одно. Потому что слава Тебе, честь Тебе, величие Тебе. Мы благословляем Твое имя. И научи нас так славить, чтобы небо опускалось на землю. Чтобы как на небе, так было и на земле. Благословен Ты, Царь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Будьте благословены. Везите, приветствую ваши церкви. И приезжайте еще. Спасибо. Спасибо большое за эти слова благословения. Буквально на минуточку еще присядьте, пожалуйста. Спасибо всем, кто участвовал. Вы можете занимать свои места. И я не могу не сказать спасибо еще людям, важным людям, которые остались за кадром. И я не буду их называть, но просто спасибо вам огромное. Все, кто был невидим сегодня, но вы трудились, кто-то не спал, кто-то просто старался сделать все возможное, чтобы это мероприятие осуществилось. Даже то, что не видят люди, видит всемогущий Бог. И последние аккорды прозвучали, наш вечер музыки и поэзии подошел к концу. Но история христианства в его детях через их творение продолжается. Давайте продолжать творить шедевры для Божьей славы и молиться, чтобы снова встретиться в таком формате. А также, если вы подпишетесь на «Крылья благодати» Wings of Grace в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, вы можете не пропустить следующее объявление и обязательно присоединиться, когда, если Бог позволит, и мы сможем снова провести что-то подобное, мы обязательно это сообщим.